Тюмени сегодня прошли очередные продовольственные ярмарки. Торговля развернулась на 5 площадках. Горожане вновь смогли купить свежую продукцию по выгодной цене. Агрофирмы, личные подсобные хозяйства и предприятия переработки предлагали рыбу, мясо, мед и не только. Кроме продуктов, сегодня можно было приобрести кисы и валенки. И, как отмечают специалисты, большой наплыв покупателей наблюдается на таких ярмарках именно в декабре. Самый большой товарооборот, самое большое количество участников, потому что большой ассортимент мясной и рыбной продукции. Предпоследняя ярмарка прошлого года, она дала 8,2 миллиона товарооборота, поэтому мы надеемся, что мы соберем эту цифру. Следующие ярмарки пройдут в Тюмени 23 декабря.